Прав, относительно вопроса, который был сейчас товарища из Беларуси. Может быть, я не понял вопрос, я хочу только понять. Он спросил, стоит ли нам вместе проходить все эти определения ТЭС, а я понял, что он спросил, стоит ли нам это делать в 2.30 в подготовке к уроку. Вы думаете, что это нам стоит делать? Каждый понимает значение слов ТЭС, как подготовка к уроку в 2.30, мне кажется, это слишком работа в разуме. Да, и все-таки Бальсулям говорит, что это должно как-то у нас быть уже положено, да, в коробочку. Ну, есть, так, он так пишет, что это надо повторять значение слов, чтобы они у нас легли готовыми, так в коробочку, на пол, чтобы мы старались слышать не сами слова, а чтобы мы слышали их значение, истинное значение. Это как код, но то, что я слышу внутри, я слышу их духовное уже понятие. Как это сделать? Ну, я думаю, очень скоро. Ну, сейчас мы зайдем в учение 10 сферот. Нам это будет понятно. Пока что я боюсь запутать людей. И чтобы это была слишком большая нагрузка на них. И не сможем продвинуться. Постепенно. Раскрываются эти вещи, которые есть у нас сейчас, тогда мы придем к состоянию, когда у нас будет возможность взять на себя и значение, и мы будем ближе, соответственно, внутреннему ощущению истинного значения этих слов.